Всем привет! Как ваши дела? Хорошо, попоем? Ты моя на горизонте островов. Ты все, что захочешь, раз и два. Встретились ночью и до утра. Будем мы точно без ума. Ты моя луна, моя луна. Луна, 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 луна. Я всех рад видеть. Спасибо большое, что пришли. Давайте еще раз друг другу похлопаем. Круто, что мы собрались. И отдельно хочу спасибо сказать Ицуму и сказать компании Apple, которая у нас сегодня собралась. Apple Music. Давайте им отдельно еще похлопаем за то, что они дают возможность музыкантам общаться, встречаться, рассказывать какие-то свои внутренние темы, фишки, про которые, собственно, я сегодня буду говорить. И я пришел сюда не один. Со мной, как всегда, мои пацаны, и поэтому я хочу, если вы вдруг их не знаете, познакомить вас. Справа от меня стоит Санек. Давайте ему отдельно похлопаем. Среди друг друга мы называем его просто Казах, поэтому вы теперь наши друзья, тоже можете так его называть. Саша, помимо того, что играет на гитаре, он еще очень крутой музыкант, аранжировщик, и некоторые партии в Луне делал он. Мы с ним вместе сидели, придумывали ночью в студии, поэтому в этом треке есть тоже его большая заслуга. Здесь стоит Андрюха Тимонин. Это вообще просто гений музыкальный. Нет, на самом деле этот парень делает, собирает огромные концерты, которые идут в Крокусе у наших артистов. Вот. И я сегодня очень рад, что он рядом со мной. Это один из самых талантливейших аранжировщиков и музыкантов. Вот видите, он еще умеет играть при этом. Давайте Андрюхе тоже похлопаем. Ну и слева от меня человек, которого я знаю уже лет 10, наверное, он из Новосибирска, я из Барнаула, мы вместе приехали из Сибири в свое время, и Дэн сегодня у нас отвечает за всевозможные диджейские устройства. Там у него есть такая еще штучка, да, такая, по лайту пока. В общем, Дэн, давай тоже похлопаем. Помимо этого, он еще очень крутой танцор, смотрите на него иногда, я думаю, что он нас порадует своим мастерством. Но меня зовут Ваня Чебанов, и я рад со всеми с вами познакомиться. В общем, как мы сегодня будем общаться? Спасибо. Дэн психанул, не выдержал. Ему просто мало похлопали, ребят, честно. Надо усилить движение. Ладно, пока ребята рассказывают, я достану свой телефон.